почему я? Надо страну поднимать. Министр, да. Лучше, чем в дом сидит, правда? Сейчас поштормим и решим, чем страну удивлять будем. Действующим берем самый кретинский закон, который все бесит. Предлагаем к отмене. Закон о гей-пропаганде? Кому он мешает-то? Мне лично нет. Минкульт хочет выдавать прокатные удостоверения для порно. Если бы такие идеи генерировали, а не Минкульт. Мы можем сыграть напряжение. Как все-таки важно, когда моральный климат правильный. Викентьева на экономический форум в Питер, ты прав? Да нет такого слова в русском языке, макроэкономика. Нет, все, задомские европейские выдумки. Хорош спать, и так уже Россия.